Парк культуры – одно из самых излюбленных мест досуга многих электрогорцев. В прошлом году он заметно преобразился. Прошла реконструкция танцевальной площадки, появились клумбы, лавочки, детские игровые комплексы, освещение и пергола. В праздники и в будни проводятся развлекательные мероприятия и концерты, а в теплое время года по вечерам будут демонстрироваться художественные фильмы. И несмотря на то, что сейчас парк функционирует круглогодично, лето здесь особое, по-настоящему. Настоящему жаркое время, насыщенное интересными событиями и веселыми торжествами. В день открытия весенне-летнего сезона организаторы подготовили множество развлечений для маленьких и взрослых жителей города. Все началось с веселого хоровода. Под музыку и слова ведущего дети пустились танцевать с ростовыми куклами, героями любимых сказок. Рукодельницы выставили на продажу свои произведения, исполненные в самых разных техниках. Дети и взрослые с удовольствием принимали участие в различных мастер-классах по изготовлению открыток ко Дню Победы, бумажного аиста, символы семьи, счастья и весны и красивой ромашки. Это у нас акция 9 мая. Мы будем всем сдавать участникам войны и трудового фелда 9 мая. В этот день компания «Чемпионика» провела акцию для любителей футбола. Любой мог принять участие в соревнованиях. Сегодня в честь праздника 1 мая мы решили в городском парке, в честь открытия парка городского, решили провести акцию «Футбол для всех» на открытом воздухе. Все желающие могут прийти поиграть в футбол. Концерт с участием творческих коллективов и исполнителей Дома культуры и Школы искусств был ярким, запоминающимся и душевным. Зрители пели и танцевали вместе с артистами. Хочется пожелать, чтобы площадка городского парка никогда не пустовала, чтобы всегда здесь звенел задорный детский смех и было много улыбок.